Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Сегодня мы с вами будем вязать шапочку для младенца с ушками и мысиком. Ушки, мысик будут вывязываться целиком, хитрое вязание, будем вязать с вами прямое полотно, в итоге получим такие вот уголочки. Сейчас вы посмотрите, как это выполняется. Мы с вами сделаем шов сзади, так, чтобы у нас не сбивался узор. Это важно. Шов мы сделаем самый простой, потому что сложные швы, швы незаметные и швы декоративные, мы будем проходить немножко попозже. Сейчас мы будем пользоваться теми элементами, которые мы с вами прошли на предыдущих уроках для закрепления материала. Пройдем с вами очень интересный подгиб фистонами. Он отличается от того, что мы вязали в уроках, но я думаю, что вы тоже сможете его выполнить без проблем. Соединения простые, вязание совершенно несложное. Я думаю, что эта шапочка получится у вас очень интересная и позитивная. Вязать можно любым цветом, но рекомендую все-таки именно полоски, потому что здесь важно направление. Видите, она вся идет под углом. Это такой эффект вязания, потому что если вы свяжете целиком единым одним цветом, то вот этого эффекта не будет. Будет просто шапочка. А так у нас шапочка с сломанными линиями. Очень интересно. Вязание начинаем со снятия мерок нашей модели и петельной пробы. Давайте сейчас снимем мерки для начала. Так, у меня есть модель, такая маленькая. Я снимаю объем головы. Объем головы 36. Объем головы 36. И мне нужна длина изделия. Высоту шапки мы можем измерить самым простым способом. От того места, где мы хотим, чтобы шапка у нас заканчивалась или начиналась, как хотите, лоб, через затылок и до основания шеи. Вот здесь у нас шапка должна заканчиваться. 24. Значит, высота изделия 24 делим на 2, потому что шапку мы складываем пополам, и получается двойная часть, то есть равно 12. Высота 12, объем головы 36. Наше изделие будет представлять из себя прямоугольник. Высота 12, вот от макушки до лба. И объем головы 36. Это такая схематичная, схема схематичная, так скажем, потому что она сейчас будет корректироваться. Но принцип вязания шапки вот такой. Мы будем вязать прямое полотно высотой 12, шириной 36. 36 подлежит корректировке, потому что когда мы вяжем полотно, если мы вот прям так свяжем шапочку, она у нас будет болтаться. Шапка, носки, ритузы, колготки, перчатки. Такие изделия выполняются с небольшим натяжением. То есть у меня есть петельная проба, я ее должна немножко растянуть. Вот обратите внимание, сколько у меня петельная проба моя занимает в свободном положении. 18 сантиметров. Если я хочу, чтобы шапка сидела поплотнее, я должна немножко потянуть. Вот так вот. Моя петельная проба уже 20 сантиметров. Это касается очень многих изделий. Говорить об этом буду на своих уроках. Но сейчас для шапки мы должны учесть этот момент. То есть у меня вот петельная проба такая. Либо, если я не хочу заниматься лишний раз петельной пробой, потому что у меня, например, есть такая вот бумажка. Она некрасиво выглядит, но она очень информативна. То есть на 6,5 плотности у меня такая петельная проба, на 7 плотности у меня вот такая петельная проба, другой материал у меня такая петельная проба. Меня устраивает эта бумага, я не хочу 10 раз, каждый раз выполнять вот эту вот петельную пробу. Это петельная проба для акрил. Поэтому я могу просто 36 уменьшить на пару сантиметров, минус 2. 34 сантиметра объем головы. Тогда мое полотно будет поплотнее сидеть. Это тоже вариант. То есть либо вы петельной пробой корректируете размер, либо уменьшаете объем головы. Как правило, мы просто уменьшаем объем головы. Это касается всех шапок, которые мы будем вязать в дальнейшем. Если вы хотите, чтобы она плотненько сидела по голове. Все, петельные пробы есть.
Обязательно вяжите петельную пробу. Как мы на уроке это проходили, когда вязали квадратик. Петельная проба, пересчитывайте квадратик. Здесь будет то же самое прямое полотно. Никаких сложных контуров здесь нет. Прямое полотно. Так, у меня есть петельная проба на седьмой плотности. Седьмая плотность, она меня устраивает. Подбор петельной пробы обязательно делайте. Выбирайте ту, которая вам нравится. Подбор кулиркой пойдет. На седьмой плотности 2 и 1 петля, 3, 53 ряда. Это моя петельная проба. Значит, 34 сантиметра. Я умножаю на петельную пробу 2,1, это петли, умножить на 2,1. У меня получается 71 петля. Пишу 70. Это все будет корректироваться. 12. 12 это чистого полотна, но учитывая, что у меня пару сантиметров будет подгиб. Значит, 2 и 10. 10 пойдет чистого полотна. Сантиметры можно не без машинки, 35 рядов. Это у меня полотно, 2 сантиметра подгиб. Примерно 2. Потому что подгиб у меня будет хитрый. Мы его будем выполнять хитрым способом, красивым. И поэтому считать его могу и не считать. Я могу и посчитать. 2 умножить на 3, 53, 7 рядов. Ну, пишу 7 рядов подгиб. Мы его будем корректировать в процессе вязания тоже. Так, теперь что касается самого вязания. Для того, чтобы получить такие уголки, мы будем с вами выполнять пересадки петель. Это ложное скольжение. Хитрый узор. При прямом вязании мы получаем вот такую угловую полотна. Поэтому именно этими углами мы и воспользуемся. Никак не будем вывязывать ни убавочки, ни прибавочки для того, чтобы получить такой эффект. Поэтому рассчитывать уголки здесь тоже не нужно. Наша задача поделить наше полотно на 6 частей. То есть вот эти 70 петель я делю на 6. Получаю 11,6, 11,5. Ну, в принципе, вполне устраивает, потому что 11 умножить на 6, это 66. 4 петли я раскидаю на передние и на боковые части, потому что такие вещи можно выполнять даже неровно, делить на 6, потому что сзади поменьше, спереди побольше, лоб у нас больше, чем затылок. Можно вот таким вот образом делать. Сзади меньше полотна будет уголок, спереди побольше. Беру бумагу, будем корректировать. Полотно. Делим его на 6 частей. Так, у меня по заднему шву у меня будет шов. То есть у меня получается середина. Но при этом уголок будет идти мысик тут и мысик вот тут. Вот таким вот образом он пойдет. То есть вот это ушки, вот это вот на лоб идет. На затылок идет вот такое вот закругление. То есть, если у меня 11, так, 70, делим на 1, 2, 3, 4, 5, 6, делим на 6. Получается 11,6. Значит, сюда смело беру по 12. Или сколько у меня там получается. Так, сейчас буду считать, чтобы не ошибиться. 11, значит здесь 11, 11, 11, 11. Это на бока и спинку. 70 минус 44. 26 делим на 2. 13, а здесь по 13. Не устраивает, потому что передняя часть может быть 13, 11, 11, 11, 11. Так, получается 70. Причем здесь плюс 1 и плюс 1 краевых. Здесь вот плюс 1 пойдет на сшивание и плюс 1 на сшивание. Итого
Распределяем наше полотно по иголкам. Серединка будет по 13 петель и краешки по 11. Таким образом мы укладываемся в 70 своих петель, которые насчитали при расчете. Еще раз, если у вас получаются излишки, отправляйте их на лобную часть, на лобовую, вот сюда, на лоб, на перед, переднюю часть. Плюс к этому хорошо бы иметь декеры. Если у вас в наборе есть пятиигольные, отлично, мы будем пересаживать за два раза. Если у вас есть десятиигольные, машинка к сильверам, к современным, к бразерам, к современным машинкам, можно докупить 10-игольные декеры, это очень хорошо. Если у вас есть какие-то дополнительные приспособления, сейчас вам покажу. Вот такие вот, вот такой декер у меня есть для Невы, 20 игл, очень удобно. За один раз можно пересадить любое количество. Если такого нет, берем то, что есть. Трехигольный, значит трехигольным несколько раз пересаживаем. Тоже очень хорошая тренировка рук и навыка работы с машинкой. Отрабатываем узоры. Итак, у нас есть с вами количество петель, у нас есть с вами количество рядов. Мы сейчас начинаем с того, что будем взять хитрый подгиб. Почему я не стала его сильно рассчитывать? Потому что он у нас такой, как пойдет. У всех разная машинка, все разное количество накидов могут вязать, поэтому будем смотреть по тому, как ваша машинка примет это вязание. Если она совсем не может вязать накиды, совсем не справится с таким полотном, вяжите обычный подгибчик. Подгибы мы с вами проходили. Сможете сделать большое количество накидов, отлично. В принципе, полотна не так много, и вполне можно будет даже вручную провязать. Как вязать вручную, провязать вручную такие ряды, я вам сейчас покажу. Я думаю, что какая бы ни была у вас машинка, у вас все равно получится провязать наш красивый край. И мы с вами выполним полосатую шапочку. Почему полосатую? Вязать я буду желто-синюю, яркие такие цвета, ярко-желтый, ярко-синий, темно-ярко-синий. Потому что красивое сочетание и очень хорошо видно направление. Вот эти шапочки, они не прямые, они вяжутся по прямой, но выглядят зигзагом, поэтому желательно сдавать направление, иначе будет просто непонятно, что мы с вами вязали. Итак, у меня яркие цвета, декер, расчет и пошли вязать. Первое, что мы делаем, естественно, распределяем по машинке петли, потому что нам надо будет делать узор, путаться нельзя. Итак, у меня так, нету так. Листик. 11 плюс 1, 12, 11, 13, 13, 11, 11 плюс 1, 12. И распределяем. Удобнее всего это начинать делать относительно центральной петли, потому что тогда мы точно будем знать, что не ошиблись и все у нас сделано правильно. Я на этой машинке чаще всего выполняю метки скотчем, потому что мел приходится подрисовывать, скотч будет у нас служить до конца провязывания детали. Между иголками, чтобы иголкам мешать не ходило, навешу это у меня, вот эту вот часть. Дальше, тоненьким. Если у вас машина железная, белая, можете рисовать на ней старым косметическим карандашом. Отличное средство. Так, 13, раз, два, три, 13. Вот сюда. 13 в другую сторону, 10, 1, 2, 3, вот сюда, так, 11 петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 в другую сторону. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Метки ставите, и вообще об этом и думать не надо будет в процессе вязания, так, чтобы иголкам не мешало. И по 12 краевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Ну, учитывая, что мы сейчас будем делать набор, ну, сделаю, чтобы уши не думать. Так, и 12 вот сюда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все, это мы сделали. Начинаем вязание. Вязание начинаем с набора петель. Итак, теперь все зависит от того, какая у вас машинка. Если у вас машина с нитеводом, вы обязательно делаете вспомогательную нитку. Если у вас машина ручная, как у меня с ручной прокладкой, вы можете не выполнять. Вспомогательную нитку можете делать набор прямо по машинке. Мы это проходили с вами на первом самом занятии, наборный ряд. Выполняйте наборный ряд так, как вам удобно. Мы сейчас будем с вами выполнять подгиб, поэтому открытые петли нам нужны. Вы выполняете вспомогательной ниткой набор. У меня есть вспомогательная ниточка. Я делаю набор, провязываю один ряд катушечной нитью, контрастной, потому что первый ряд у меня будет синий, контрастный, и к вспомогательной, и к основной белая. Не забывайте, что нитки должны быть такие, чтобы они не рвались руками, иначе машинка вам ее порвет и придется переделывать заново. Один ряд катушечной ниткой и начинаете вязать основным полотном, основной нитью, не делая набор. То есть у нас будут хорошие открытые петли по краю, которые мы с вами наденем потом на иглы и получим отличный подгиб. Подгиб хоть у нас и хитрый и симпатичный, но это все-таки подгиб. Поэтому либо обвивы, если у вас машина с ручной прокладкой, либо открытые петли, если у вас машина с нитеводом. Разницы никакой. Можете и на машине с ручной прокладкой выполнять с открытыми петлями набор. Разницы никакой, поэтому давайте делать одинаково. С открытыми петлями. Итак, я делаю набор обвивом, потому что на этой машине это самый удобный способ. Вы делаете, как вы привыкли, как вам нравится, как вы уже делали. То есть вы подстраивайтесь под вашу машинку, не под меня, не под мое вязание, а именно под вашу машину, потому что у каждого свои уже образовываются привычки. Кому что-то удобно, кому-то неудобно, поэтому вот как удобно, так и делайте. Быстро набираете. Для вспомогательных нитей лучше использовать быстрый набор. Я, видите, хоть и делаю обвив, но делаю его через иглу. Для наборного ряда, для вспомогательной бросовой ниточки этого вполне достаточно. В два раза быстрее проходит работа, эффект от этого хуже не становится. Машинки все равно, бросовые нитки тоже. Провязываю несколько рядов. Если у вас машина с нитеводом, не забудьте навесить грузы. Но 4 ряда мне достаточно. Вам смотрите, если у вас грузы есть, чтобы именно грузики приняли на себя, оттяжные гребенки приняли на себя всю тяжесть полотна, а вовсе не наше вязание. Катушечная нитка. И не забудьте по краям связать катушку и вспомогательную нить, для того, чтобы у нас крайние петли не растягивались. С другой стороны то же самое. Связываю вспомогательную катушку, потому что, видите, катушечная тянется. И если ее не закрепить, она мне даст вытянутые рабочие петли по первому ряду. Это нехорошо. Все, закрепили. Обнуляем счетчик. И сейчас мы с вами провяжем 2-3 ряда на основной нити. Вот у меня основная нитка синяя, отделка будет желтая. Мы насчитали с вами подгиб 2 сантиметра примерно. Как пойдет, сколько будет накидов. Это зависит от машинки. На общем количестве полотна это не сильно будет отличаться. Не сильная разница будет. Итак, 7 рядов это кулирка. У нас будет не кулирка, у нас будут фестоны. Но несколько рядов кулирка мы все-таки провяжем. Давайте провяжем 3 ряда, а 4 ряда, такие вот фестончики у нас как-нибудь уж, но провяжем. Итак, беру, провязываю 3 ряда основным цветом, синий. Основной у меня синий.
на рабочей плотности. Раз. Два. Закрепите рабочую нить. Тоже узелок завязываю. Раз, два, три. Запомнили, что я провязала три ряда, и тремя рядами я закончу наш подгиб, чтобы он был одинаков. Сейчас мы будем выполнять фестон. Вот сколько выполнится. Для этого берем и от центра, потому что у нас центр — это середина лба. Это самая видимая часть, самая активная, самая такая симпатичная. Перекосить ее нельзя никак. Поэтому беру и средние 4 иголочки выдвигаю вперед. Вот на эту иглу, видите, средние 4 у меня должны быть обязательно центральными. Значит, я относительно них ставлю в переднее положение 2 иголки. То есть у меня в середине 4 и 2 по краям. Вот так и продолжаю выполнять 4 иглы, 5 вперед. 4 иглы, 5 вперед. 4 иглы, 5 вперед. 4 иглы, 5 вперед. То же самое в обратную сторону. Это заготовка под фестоны. 4 иглы, 5 вперед. Распределили фестоны. Здесь у меня ухо. Здесь вот, видите, центральные отмечены. Это будет центрушка. Практически не сдвинули, фестоны маленькие, поэтому на качество завязки не повлияет. То есть не будем корректировать фестоны, оставим все как есть. И что мы делаем? Вот эти вот центральные иголочки, они у меня будут стоять в переднем положении. Для того, чтобы облегчить работу машинки, мы петли, которые у нас находятся рядом с иголками, уберем в стороны. То есть вот у меня петля, она будет работать, иголка, поэтому я соседние убираю в стороны. Раз в сторону, два в сторону. В заднем положении иглы находятся, они там так и будут стоять. Эта игла у меня так и стоит впереди. Вот эта стоит впереди, значит, соседние иглы, петли я убираю на соседние иглы. Раз, два. В заднем положении иголки как стоят, так они будут стоять на протяжении вязания фестонов. Раз, два. Почему мы на центральную иглу не складываем петли? Потому что они не будут провязываться. Здесь будут накиды образовываться, вот эти петли будут провязываться. Они провяжут нас все эти двойные петли совершенно свободно. Поэтому не стоит утяжелять и без того работающую петлю, иглу, пускай она остается одна на соседней иголке. Надеваете петли, освобождаете центральную. До конца, то, что у нас стоит в заднем положении, так в заднем и остается. Сейчас мы проконтролируем, еще раз проверим все иголки, которые должны стоять в работе. То есть вокруг иглы, стоящей впереди, освобождаем место. Итого у нас получается 2 центральные с двумя петлями, одна неработающая с одной петлей и иглы в заднем положении вокруг. Пересадили. Перепроверяю еще раз, что все иглы, которые стоят в заднем положении, четко стоят в заднем. Те, которые у меня должны работать, четко будут работать. Те, которые стоят в переднем, они четко будут в переднем. Кот чихает. Так. Переднем, переднем, переднем. Работает.
работает, это работает, это работает. Самое главное сейчас ничего не перепутать. Все, кто стоят впереди, стоят впереди. Те, которые стоят в заднем положении, стоят сзади. Те, которые работают, стоят в рабочем положении. Включите рычаги частичного вязания, потому что иглы, которые стоят в переднем положении, работать не должны. Если вы не включите рычаги, те, у кого они есть, машина просто заберет петли в работу и узора не получится. Посмотрите, как у вас стоят язычки, кому это важно, у кого машина с ручной прокладкой, тем это важно, у кого машина с нитеводом, тем это не важно, она сама все поднимет и уберет. Перепроверьте. И три ряда у меня провязаны синей основной нитью, беру отделочную желтую, вот она, и начинаю вязать желтой ниткой. Причем желтый буду вязать столько, сколько у меня провяжет машинка. Никаких в данном случае требований нет. Все машины разные. Одна может провязать 12 накидов, другая может 3. Все зависит только от вашей машинки. Можете плотность порыхлее поставить. У меня семерка стоит, но и так достаточно рыхло, иначе наш подгибчик будет еще и колом стоять вокруг машинки. Так, три ряда у меня синие, это я помню. И поехали вязать, сколько возьмет машина. Проверяйте, что она провязывает нужные петли и оставляет в переднем положении ненужные. Раз, два. Три. Если вы видите, что машинка начала вести себя не очень хорошо, вы можете взять скрепки и скрепками прижать вот эти вот накиды. У меня машина держит сама. Если у вас машина не держит скрепочками, вот так вот прижали, она провяжет еще пару рядов точно. Если вы чувствуете, что уже совсем никак, вы можете вручную. То есть прокладываете нитку, выставляете иглы в такое положение, как у меня, так, чтобы языки были открыты, и ручками провязываете ряд. Это тоже вариант, на самом деле не самый плохой. Ручная провязка у нас, в принципе, встречаться будет в нашем вязании, потому что не всегда машины справляются теми задачами, которые мы им ставим. И если машинке тяжело, мы вполне можем ей помочь вот таким вот вариантом, провязать ручками. Провязали, молодцы, не провязала машинка, значит, помогаем. Вяжите столько рядов, сколько можно. Чем больше, само собой, тем лучше. Чем больше вы провяжете, вот максимально много, там 8, 10, сколько можете, тем интереснее будет фестон. Чем меньше, тем какие-то непонятные ниточки будут висеть. Поэтому провязывайте сколько можно. Я перевожу каретку на другую сторону. Нет, это таким вот способом, только путем переноса достигается. И провязываю еще сколько могу. Проверяю язычки. Могу, у меня определяется тем, что язычки начинают уже просто закрываться, они не выдерживают. Если я вижу, что уже начинает совсем все плохо происходить в машинке, значит, заканчиваю. Мне еще можно. Ну, еще рядок. Для такой работы, конечно, машины с ручной прокладкой, которые сами держат полотно, предпочтительны. Но если еще раз у вас машинка не такая, она не вяжет такие узоры, значит, выходим с положения тем, что либо вяжем руками, либо не делаем просто такие активные фестоны. Все, желтый пока не нужен. Что мы сейчас делаем? У нас иглы стоят в заднем положении, иглы стоят в переднем положении. Мы все ставим в рабочее положение, все иголки. С иглами, на которых у нас большое количество накидов, осторожнее, потому что они могут просто закрыться. Это важно для тех, у кого машинка с нитеводом. С ручной прокладкой. У кого машина с нитеводом, если вы видите, что все стало дыбом, тут никак не провязать, берете, прокладываете ниточку и провязываете этот ряд тоже ручками, потому что машина может просто сбросить на этом этапе. Чтобы этого не происходило, помогайте ей.
У меня все, все иглы поставились в работу. Мне надо проверить язычки. Это особенность моей машины. И провязываю 3 ряда синим. Потому что мы закончили на том, что провязали 3 ряда синим, потом желтую отделку делали. Так, проверяю язычки, что они все работают. И 3 на всех иголках, 3 ряда синим. Раз, 2, 3. У нас выполнен хитрый подгиб фестонами. Вон они там, эти фестоны. Берем теперь и выполняем традиционный подгиб. То есть вот эти открытые петли, которые у нас были, надеваем на иголки. Мы помним, что у нас внизу всегда на одну петлю меньше, чем наверху. Поэтому можем либо ничего не надевать, либо надеть узелок. За счет того, что была катушечная нитка, да еще и контрастная, нам отлично видна первая петля. Вот она. Они разделяются и очень хорошо видны. Ничего не надо будет распускать, резать, рвать, отрывать. Все. Вытягиваем катушечную нитку, и у нас отличный подгиб. Если у вас нити вот, и вот здесь вот висят грузики, вы можете на момент создания этой планочки грузики снять. Потом просто на вспомогательную нитку вот сюда, не снимая ее, не снимайте ни в коем случае вспомогательную в процессе вязания, пускай она так и перетягивает вам все полотно. Снимать надо для тех машин, которые не нужна вспомогательная, вот как для моей, ручной прокладкой. Для машины с нитеводом вспомогательную нитку до конца вязания не снимаете. Грузики на ней будут висеть и перетягивать эту нитку, а не наше вязание. Снять грузики можно на момент формирования подгиба, если они мешают. Они перетягивают, и они действительно могут мешать. Если чувствуете, что тяжеловато с ними, снимите. Сформируйте подгиб и навесьте грузики обратно. Так, мы сейчас делаем подгиб и начнем вязание уже, собственно, шапочки. Пару сантиметров здесь точно есть вязание. Если вы сомневаетесь, если вы не знаете, сколько у вас реально получилось, если вы не понимаете, что здесь вот сейчас связалось, сделайте на образце. Попробуйте связать образец, как выполняется этот подгиб, фестон. Заодно проверите, сколько у вас рядов, сколько накидов может делать ваша машинка. Это важно на будущее, потому что, как я уже говорила, одна делает 12, другая 3. И ничего вы с этим уже не поделаете. Это особенности машины. Если она не может больше 3 рядов провязать, ну все, вот она начинает рвать, бросать, скидывать нитки. Ну ничего не сделайте, только ручная провязка, если вам очень сильно надо. Либо не используйте эту отделку, все. Что значит привыкнуть к машинке, что значит хорошо на ней вязать? Это знать ее особенности и не заставлять машину делать то, что она физически не может сделать. А зависит это от конструктивных особенностей машинки. Может быть, машина уже изношена, может быть, брак у нее какой-то, может быть, еще какие-то варианты, почему она не может это сделать. Есть машины, которые вообще не могут это сделать, подгибы на них выполнять просто сложно, именно из-за конструктивной особенности машинки. Там такие фестоны делать вообще горькое, потому что машина просто физически не может под нее не попасть, не подлезть вот между фантурами. Поэтому такие вещи просто не выполняются на некоторых машинках. Зная особенности своей машины, вы просто не будете делать то, что она не может. Вам будет гораздо проще. Итак, мы провязали подгиб. Начинаем выполнять основное полотно. Делаем соединительный ряд. Я пока не снимаю вспомогательную нитку. В принципе, она мне не сильно мешает. Можно сказать, вообще не мешает. Соединительный ряд. Что это такое? Это ряд, который соединит нам подгиб и основное полотно. Для того, чтобы этот соединительный ряд не выделялся, не мешал, не был таким вот некрасивым рубчиком, как это частенько бывает на вязании. Сжатое полотно, это некрасиво. Мы выполняем смену плотностей. Мне нужно проверить язычки,
особенности моей машинки. Если у вас машина с нитеводом, просто ставьте в переднее положение все иголки. Если у вас машина с нитеводом, сама забирает иглы в работу. Во-первых, отключите рычаги частичного вязания. Все, они нам больше не нужны. И ставьте все иголки в переднее положение. Машины с нитеводом гораздо лучше забирают иглы из переднего положения и провязывают. Из среднего положения, из рабочего положения им бывает тяжело. Поэтому если есть какие-то подгибы, накиды, какие-то вы рисунки создавали, что-то вы делали с петлями, ставьте все в переднее положение, если там нет частички, конечно. Машина отлично все заберет и провяжет. У меня машинка другая, ей это не нужно, она отлично забирает все отсюда, из рабочего положения. У меня плотность стоит 7 на каретке. Семерка. Один ряд я буду провязывать на плотности вот 8,5-9. Для того, чтобы не перетянуть край. Один ряд. Была семерка, поставила девятка. Один ряд провязываю на девятке. Первое, что я делаю, провязав ряд, ставлю обратно семерку. Потому что мне не надо больше, мы соединительный ряд провязали, рубчик убрали, сразу ставим рабочую плотность. И все, и начинаем выполнять узор. Соединили, здесь у нас, ну в принципе давайте второй ряд провяжем, потому что на соединительном ряду у нас, если мы начнем выполнять ажуры, может быть не очень красиво, поэтому провязываем второй ряд. Итак, сбрасываю счетчик, мы провязали ряд. Раз, два. На счетчике два ряда. Теперь мы начинаем с вами выполнять узор, который нам даст вот эти вот красивые волны. Желтый остается, синий остается. Провязывать будем по 4 ряда. Почему по 4? Удобно так. 2 слишком пестро, 6 слишком редко. 4 ряда, наверное, самое то. Вы как вяжете, как вам нравится. И берем декер, начинаем формировать уголки. Сейчас у нас самое главное не потеряться в нашем узоре, потому что провязав 2 ряда синим, делаем первую пересадку. Пересадка несложная. Ну, в принципе, у нас все отмечено, больше думать не надо. Берем декер и сейчас будем сдвигать петли. Итак, у меня 3 уголка. Мысик, вот он, это центр, это лоб. Значит, на него первую пересадку и выполняем. У меня стоят метки между иглами. Вот эти две иглы, между которыми метка, выдвигаем вперед. Они у меня будут центр создавать. Не одна иголочка, а две, потому что я не знаю, то ли вправо двигаться, то ли влево, когда у меня отметка стоит между иголками. Поэтому мы не будем мелочиться, берем две и на них будем делать пересадки. Так, мы делаем пересадки на эту иглу. Это у меня пойдет уголком вниз, значит, и ушки. У меня 3 уголка, 2 ушка и на лоб, мысок такой. Все вроде правильно. Теперь, вот эти вот иголочки, которые у меня стоят, они будут выполнять функцию такую, они будут в ряд создавать между дырочками. Что такое отверстие, которое у нас получится? Это ажуры за счет того, что мы будем сдвигать иглы. Мы сдвигаем петли, и вот здесь вот, эти у меня остаются работать, вокруг них остаются отверстия. Не пугайтесь, все правильно. Итак, что мы делаем? Мы пересаживаем на центральную петлю иголки и сдвигаем вот эти все петли на одну. То есть мы закрываем здесь полотно и вот эту вот иглу, вот она, пересаживаем тоже. У меня получается вот дырочка вокруг стоящих сзади игл. То же самое здесь. Мы сдвигаем на центральную петлю на центральную иглу петли, не затрагивая вот эти вот две. То есть вот эти вот две, которые у меня отмечены. Отмечены они не должны, мы их не трогаем. Эти иглы у меня остаются всегда в работе и всегда сами по себе. Все.
центр мы пересадили, мы сделали сборку петель на центр. То же самое делаем по краям. Эти у меня остаются вот сюда, на эти две иглы мы пересаживаем соседние петли. И сдвигаем. Вот эта вот у меня игла не должна двигаться. Вот эти у меня должны двигаться. Так, вот эти ставим. Знаете, что проще сделать? Для того, чтобы не путаться, где у нас кто, куда двигается. Спереди, сзади. Мы делаем метку хитрее. Мы отмечаем ее на заднем полотне. Если я поставлю метку так, чтобы она у меня стояла, и ее было видно сзади, значит, вот эти иголки мы трогать не будем точно. Вот меточка у меня дублируется на задней части игольницы. То же самое здесь. Меточка на тех иголках, которые у меня не вот, вот вокруг них, у меня будет стоять полотно, не трогать. Эти не трогаю, значит, сзади меточка. То есть эти иглы у меня... На них мы пересадку не делаем, вокруг них мы делаем дорожки. Это надо буквально на первую пару рядочков. Потом вы будете видеть дорожки, уже не запутаетесь. Так, здесь пересадили. Все, теперь разбираемся с крайними петлями. Итак, эта петля идет на сшивание. Эта петля идет на выполнение вот этой части. То есть у меня должно быть две петли посередине, которые я должна сшить, чтобы у меня не было видно... сбоя узора. То есть вот это уходит у меня игла на сшивание. Остается одна. Одна с этой стороны, одна с той. И получается две. Итого у меня будет две вот таких иголочки. Значит, забирать я могу третью иглу. То есть 5 я пересаживаю смело. Сдвигаю оптом. Вот как есть. А здесь вот эти две у меня остаются. Значит, я сдвигаю 3. Еще раз проверяю. Вот это вот отверстие, оно соответствует вот этой игле. Вот эта игла, вот она. Вторая. Эта игла уходит на сшивание. Итого у меня должна быть одна игла слева, одна игла справа. И тогда у меня шапочка сошьется без видимого сбоя узора. Это очень важно. Так, здесь у меня не будет никаких игл, стоящих в заднем положении. Мы все ставим в работу, поэтому как сложили петли, так и сложили. Передвигаемся на другую сторону. Сюда. Так, вот эти две иглы, которые относительно которых я буду делать расхождение. Вот эти две иглы, на которых я буду надевать петли. Надеваю петлю сразу раз, надеваю петлю сразу два. Вот они. И сдвигаю к ним иголки. Здесь сдвигаю как есть, не думая, потому что моя задача только остановиться вот тут. Здесь у меня должна одна петля пойти на сшивание. Одна будет выполнять роль второй петли между ажурами. Остальное все я сдвигаю. Но учитывая, что у нас одинаковое количество петель, разница только в одной краевой. 3 и 3. Вот так получается. 5 и 3. 5 и 3. Все. Выполнили. Это и есть узор. Дальше мы все иголки ставим в рабочее положение. Все-все. Ничего не оставляем ни сзади, ни спереди. Все-все иголки в рабочее положение. Кому надо, проверяем язычки. Провязываю два ряда. Почему два? Еще потому, что мы 4 ряда и меняем цвет. Все, провязали, выполняю то же самое, то есть то, что мы с вами сделали, это и есть наш рисунок. На центральные сдвигаем, раз, два, на эти две сдвинули, на эти две,
на эти две. Вот иглу в переднем положении стоит. Теперь спокойно могу сдвигать к ним свободные петли. Так, и здесь. А, 2 по 5. Да, у нас побольше тут. Здесь по 5, там по 3. Все верно. Так, вот эти я не трогаю. Вот эти я все не прихватились, ну ладно. Нормально. Все, эти подвинули. Теперь двигаем к боковым. Вот такой нехитрый прием дает возможность полотну согнуться. Он так изгибает наше вязание, что вы удивитесь, когда увидите, к чему это приводит. То есть это один из таких хитрых приемов, который небольшими трудовыми затратами позволяет добиться очень интересного эффекта. Так, и здесь то же самое. Пять, три и три. Все, все иглы ставим в рабочее положение, все. И меняю цвет полотна. У меня были синие полоски, теперь я 4 ряда провязываю. Четыре ряда провязываю белым, желтым. И выполняю все то же самое. Ничего не меняется. Это и есть наш узор. Раз, два, пересадка. Три, четыре, пересадка. У нас вот здесь, видите, вот они. Уже видны ажуры. Вот отверстия. Они будут отлично выделяться. Мы прекрасно их будем видеть в процессе вязания, когда немножко опустится полотно. Провязать нам надо 35 рядов. Так, ну 36, давайте, тем более четно, на 4 делится, 36 рядов, для того, чтобы не посреди полотна не остановиться. Четное количество еще и делится на общее количество, количество рядов в одной фазе, то есть у нас 4 ряда, 36 на 4 делится. Провязывайте. Каждые два раза пересаживая петли и 4 ряда меняя цвет нити. Получаем полотно 36 рядов и дальше будем уже формировать шапочку. Провязали 3-4 ряда, 2 ряда последних, будет 36. Вот наше полотно, желтый больше не надо. 35. Сейчас у меня будет 36 ряд, завершающий при вязании нашей шапочки. Поэтому я сейчас делаю петли порыхлее. То есть у меня рабочая плотность 7, оставляю 5, 8, 8,5. И последний ряд нашего вязания провязываю на более рыхлой плотности, чтобы у меня были петли покрупнее. Потому что сейчас я их буду соединять, и мне удобнее, когда они более крупные. Все, вязание мы закончили. Но прежде чем я срезать буду полотно с машинки, так желтую могу отрезать, она мне будет только мешаться теперь. Прежде чем срезать полотно с машинки, я могу поставить меточки. А в принципе могу и не ставить, потому что у меня направляющие так уже являются метками по сшиванию клиньев. То есть сейчас мы снимаем все это на вспомогательную нитку через катушку опять, потому что будем соединять. Можно, кстати, сейчас у меня будет большое количество синих рядов, можно было бы разбавить их желтеньким, а можно не разбавлять. То есть можно было два ряда желтым провязать, у вас была бы желтая макушка более интересная. Но думаю, что шапка будет уже длинновата, поэтому оставлю ее как есть. Один ряд
катушечный. Она мне дает отличные открытые петли. И снимаю на брусовую. Больше, чтобы мне ничего не потерять. И срезаем полотно. Смотрим, что у нас получилось. Вот такое полотно. Видите? Только за счет пересадок у нас появляются такие вот интересные такой эффект. Здесь уголки. Здесь отсутствуют уголки. Так, сейчас я снимаю вспомогательную нитку. Она мне больше не нужна. Она только мешает. Поскольку была привязана, отрезаю. Отрезайте катушечную по бокам, если она была привязана. Не надо ничего другого отрезать. Отрезали катушку, взяли ее посередине, вытянули, сняли вспомогательную. Все. Очень просто. Так, вот наше полотно. Теперь ему ничего не мешает, и оно деформируется по своему такому вот интересному усмотрению. Можно примерить на модель. Видите, у нас перед пошире, ушки покороче. Можно примерить. Берем и смотрим по ширине. Все ли нас устраивает? Да, ширина меня устраивает. Как мы сделали поуже, так поуже и получилось. Если бы не сделали поуже, шапочка была бы пошире. Смотрите, но на маленьких детей, может быть, и не стоит сильно заужать изделие. Это только на ваше усмотрение. И здесь вот будут ушки, вот они отлично, там все собирается, и шапочка на макушке как раз сходится. В принципе, все устраивает. Сейчас я ее чуть-чуть подпарю, чтобы были открыты петли, и чтобы она у нас никуда не деформировалась. Так, нитку можно и отрезать, мешает. Для того, чтобы мне было легче сшивать, можно не отпаривать, но учтите, что отпаривать... Но не отглаживать, ни в коем случае не ставьте утюг на полотно, ни в коем случае не прижигайте петли. Вы испортите все вязание. Обработать паром, чтобы придать форму, чтобы полотно отлежалось. Если оно сильно деформировано на иглах, дать немножко полежать, чтобы пришло в себя наше вязание. И сейчас будем сшивать. Собственно, полотно практически готово. Осталось сделать шов по боку, со стороны спины, конечно, и сшить макушку. Полотно. Видите, оно все изогнуто только за счет переноса петель. Ничего мы здесь не делали. Вот такой сгиб получается за счет узора. Теперь соединяем боковые швы, чтобы потом этим не заниматься. Как мы это будем делать? Смотрите, у меня есть высота. Для того, чтобы мне не перетянуть, не стянуть полотна и в то же время не деформировать, то есть не в одну сторону, не в другую. Мне надо пересчитать высоту полотна. Считать я буду не по краешку. Точно так же, когда мы делаем расчет петель, мы никогда не считаем края. Края у нас всегда перекошены, это нормально. Мы будем считать посерединке. То есть беру линейку. И измеряю количество сантиметров. Вот здесь от узора до... Ну, здесь у меня получилось 11, потому что припарено, припосажено. Вообще 12 сантиметров. Как мы должны были с вами провязать 12, так 12 у нас, собственно, и есть. Так. Беру линейку и измеряю от края до конца узора 12, как мы хотели. Но мне, меня интересует узор.
рисунок, там где будет, ну 12, хорошо, 12 сантиметров, у меня должно быть по краю. Здесь у меня, видите, немножко побольше, потому что перекошено. 12 сантиметров, это петли. Сейчас я эти петли буду вот так, лицом к лицу, надевать на иглы машины. Мне надо определить количество игл, на которые соответствует 12 сантиметров. У меня есть петельная проба. 2 и 1. 12 сантиметров делим на 2 и 1. Получается 3. Сейчас мы берем это полотно и надеваем на иглы. Мне надо определиться с количеством игл, чтобы не перекосить. У меня 12 сантиметров. Это сантиметры. Мне нужно определить, сколько это петель. 12 умножаем на мою петельную пробу. 2,1. Вот она. Слабенько так написано. На 2,1. 25 петель. 25 игл достаю. Метки мне больше не нужны. Так, 20. Раз, два, три, четыре, пять. Остальные все убрать. 25. И на эти 25 игл я надеваю полотно. И закрываю их тихонечко, аккуратненько. За целый петельный столбик, поскольку мы с вами еще не проходили красивые, аккуратные отделочные швы. Швы бывают незаметные, швы бывают наоборот отделочные по внешней стороне. Мы делаем шов традиционный, стандартный. Сейчас отрабатываем традиционные стандартные швы. Поэтому и соединять будем традиционно и стандартно. За целый петельный столбик. Один столбик у меня остается на узор, один столбик идет на шов. Учитывая, что это все-таки шапочка для ребенка, если шапочка для лежачего ребенка, шов можно просто перенести, например, в бок. То есть вот эту вот часть, ее разрезать пополам в этом месте, сделать разрез, а вот эту часть перенести сюда. Потренируйтесь, посмотрите, как это сделать, я думаю, что вы догадаетесь. Итак, у меня есть 25 петель, у меня есть петельные столбики, и я спокойно лицом к лицу начинаю их надевать на иглы. Парочку здесь. Добавлю еще. Так, что касается крайних петель открытых, их тоже лучше надеть. Вот я крайнюю открытую петлю и надеваю на иглу, чтобы она у меня уже не терялась и никуда не девалась, потому что мне потом придется ее сшивать иначе. Сшивать я ее ни с чем не хочу, пускай она будет занята здесь. Так, теперь примерно середина игл, примерно середина полотна. Вот я вот таким образом, видите, ищу середину. Петельный столбик надеваю примерно на среднюю петлю, так, чтобы у меня примерно одинаковые провисы получились. Таким образом я добиваюсь равномерности полотна, потому что если криво перекосить, криво надеть на иголки, у вас так и получится все перекошено. Не забудьте следить за петельным столбиком. Проще это делать вот так. Те, кого надели вперед, те, кого не надели, еще находятся в заднем положении. И здесь серединка. Вот он, петельный столбик. Так, не перепутать петельные столбики, чтобы у нас ничего никуда не разъехалось. Тогда мы четко сохраним рисунок. Так, надеваю уголок. Потому что сшивать мы с вами будем учиться на следующем курсе. Сейчас у нас задача только соединить нормально. И смотрите, что теперь. Мы надели, как надели первую часть. Вторую часть мы будем надевать уже от края до края. В соответствии с теми цветовыми
сочетаниями, которые у нас есть. То есть вот здесь у меня синяя петля, значит, я синюю надеваю. Желтая петля, значит, я желтую надеваю. Следим за столбиком. Так, вот здесь вот у меня уже желтая пошла, вот здесь еще синяя. Следим за вот таким моментом. То есть у нас петли, цвета должны соответствовать. То есть когда мы надеваем вторую часть, мы следим уже и за столбиком, и за соответствием цветов. Желтая. И вот здесь желтая. А вот здесь уже синяя. И здесь синий цвет. Здесь три желтых. Петельный столбик — это вот это сердечко сверху, которое у нас очень хорошо выделяется. Его отлично видно. И вот это и есть тот самый петельный столбик, который нам не стоило бы сбивать. Два синих. Раз. Два. Дальше два желтых. Раз. Два. Поскольку у нас меняется цвет полотна, мы делаем вязание разными нитками. В процессе смены нити мы можем перетянуть вязание, поэтому вот такая неравномерность и получается. Мы ее убираем в процессе соединения. И более того, вам скажу, что на машинке соединять цветные полотна в этом плане гораздо легче. Вы видите соответствие цветов, вам ничего придумывать не надо, все уже висит на иголках, вот только соединяй и сшивай, все. Очень все просто. Когда сшиваете руками, этот момент может быть гораздо сложнее. Так и открытую петлю надеваю на иглу. Все. Так, вот это тут у меня слетело. Сейчас ее под петля. Слетела вот эта иголка петля. Сейчас ее подправлю. Вот. Дальше. У меня есть желтенький краешек. Вот здесь вот ниточки. Желтеньким я сшиваю желтую часть, чтобы не видеть, не мешало. Вторая нитка у меня желтая. Я могу ею соединять, могу взять вот там синюю. Любым цветом сшиваете. Сшивайте, постарайтесь поаккуратнее, поплотнее, чтобы у нас не перетянулось вязание, и в то же время, чтобы не торчали петли. То есть надо соблюдать меру. Это требует тренировки небольшой хотя бы. Но для того мы учимся, чтобы тренироваться на вот таких вот вещах. На куклах. Самый простой момент. Тренироваться на куклах. Когда вы будете вязать для ребенка, вы уже не сделаете ни ошибок тех, которые допускаются на таких тренировочных образцах. И более уверенно будете держать машинку в руках. Так. Беру ниточку и соединяю желтую часть. Все-таки нижнюю часть лучше соединить желтой, раз уж она желтая, чтобы не синяя нигде здесь не попадалась. Так, у меня есть синяя нитка, вот она длинная. Там я завязываю узелок. Вот этой синей могу пойти и сшивать полотно. Обычное закрытие петель. Берем ниточку и закрываем. На колки цепляете, значит, цепляете на колки, как вам удобно. Вот как вы закрывали на первом уроке полотно, так вы закрываете его сейчас. Когда у нас идет смена цвета с большим количеством рядов, если вы уверены в своем вязании, вы можете нитку в процессе вязания отрывать. Тогда у вас получается, что каждый цвет со своей ниткой пойдет. И вот этим цветом можете сшивать полотна. То есть, когда вы меняете цвет там рядов через 10,
Такие длинные протяжки делать, ну, не рекомендуется. Они будут перетягивать вязание. Проще нитку отрезать. И этой же ниткой оставьте ее подлиннее, сшить эту полосу. Идеально будет. Вообще не будет видно перехода цветов. Сшивать каждую полосу будете своим цветом. И не будет вот этих вот длинных-длинных безобразных протяжек, которые нам перетягивают вязание. Так, у меня ниточки не хватает, поэтому я беру ее и соединяю. И продолжаю закрывать дальше. Узел остается, и ладно. Ну, потом спрячем. Когда вижу, что мне вязание начинает мешать, оно болтается, выдвигаю вперед иголку. Если нет колков, опять же, если есть колки, то это не актуально. У вас вязание висит на этих колках и никуда не денется. Когда колков нет, вот как у меня сейчас, я периодически достаю иголки, выдвигаю в переднее положение, и вязание у меня будет отлично держаться. Заканчиваем, смотрим, что получилось. Если нас все устраивает. Открытых петель тут никаких нет, поэтому у нас, если что-то и не устроит, мы всегда можем переделать. Убираем петли, выворачиваем полотно, смотрим, что получилось. У нас получилась дорожка. Точно такая же, как мы это делали по бокам. Смена цвета отлично. То есть у нас ничего, цвета не перекосились нигде. И дорожка точно такая же, как у нас идет по бокам. Две петли. Две петли тут, две петли тут. За счет того, что мы вот эти две петли сохранили и добавили по одной краевой, у нас получилось такое вот отсутствие сбоя рисунка. И то же самое здесь. Вот. По низу тоже никакого сбоя нет. Все, задача макушку собрать. Лямочки, приделать веревочки для завязок. И, собственно, шапочка на этом готова. Соединять будем наши клинышки на машине. Так, смотрите. Когда мы складываем наши изделия, эти изнанкой наружу, у нас есть остренькие краешки вверх. Вот эти остренькие краешки вверх, это есть один клин. Начнем. С основного, то есть самого большого. У нас одинаковое количество петель. Здесь 13 и 13, вспоминаем. То есть здесь у нас петель больше. Они должны соответствовать длине. Ничего не меняется. То есть мы одинаковое количество петель одеваем на одинаковое количество игл. То есть мы берем целый клин. Здесь маленький клинушек и здесь маленький клинушек. Их всего будет 3. И начинаем надевать. У нас есть, видите, с уклоном вниз, иначе у вас получится рожки на шапочке. И надеваем. У нас есть здесь вот дорожка петельная. Одна петля идет сюда, вторая петля пойдет ко второму клину, поэтому не перепутаем ничего. Надеваем одну петлю, вторая петля пойдет к соседнему клину. И надеваем эти петли на иглы. И надевать мы будем до вот этой вот петли, которая у нас тоже является меточкой. То есть при таком вязании даже метки ставить не надо. И считать ничего не надо, все само собой укладывается. Катушка нам в этом помогает. Так, надели. Вот это уже дорожка, относящаяся ко второй стороне. Теперь такой момент. Смотрите, у нас для того, чтобы сгладить, совсем сгладить полотно, давайте-ка сделаем вот так. Мы возьмем и две петли наденем на две петли. То есть мы делаем такую сборочку.
То же самое здесь. В принципе, мы могли бы по еще больше собрать. То есть здесь так. Две петли надеваем на эту углу. Можно было бы это сделать еще больше присобрать. Самый краешек. И надеваем дальше. Так, вот здесь у меня дорожка, вот она, вот эта вот петля соответствует вот этой. И поехали. Все должно четко совпасть, потому что это одна сторона. Если мы где-то искривили что-то, вот тогда у нас все это не совпадет. Совпадает. Все точно совпало. И мы можем взять и закрыть. Это все уже не нужно. Берем синюю нитку, поскольку у нас синяя верхушка, и закрываем. Той же косичкой наше полотно. Вот можно оставить. Смотрите, чтобы каждая петля прихватилась. Кстати, верхушку можно и подтянуть немножко, потуже собрать, чтобы она не была слишком такая объемистая. Так, петля. Вытянули петлю побольше, мы вторую часть этой же ниткой соединим. Смотрим, что получилось. Вот такая вот сборочка. Вот здесь, видите, немножко мы присобрали. Можно было бы и побольше присобрать, вот, чтобы не было совсем рожек, чтобы гладенько все легло. Берем следующую партию петель. Вот либо левую, либо правую, неважно. Ну, тут у меня есть нитка. Этой ниткой мы сошьем следующую партию, потому что сейчас мы уйдем в бок. Достаем иголки и начинаем надевать. Вот эта петля у меня уже ушла. Вот она соединена. Значит, я беру вторую. И надеваю. Поскольку у нас бока одинаковые, все должно четко совпадать. У нас справа, слева все одинаковое. От метки до метки. Если вы нигде не ошиблись, вы отлично все соедините. Так, вот она, дорожка. И еще раз, значит, я снимаю петлю, надеваю ее на соседнюю, таким образом делаю сборочку. И получается, что у меня на одну петлю поменьше полотно. Заворачиваю и сюда. Одну петлю, сюда две петли, потому что идет сборка небольшая по самому краешку. И надеваем остальных товарищей на иголки. Главное смотреть внимательно, кто там петля, кто просто рядом находится. Катушка в этом очень сильно помогает. Она прекрасно разделяет полотно. Самое главное смотреть, чтобы она была контрастная. Вообще проблем не будет. Так, ну и вот последние две петли, которые у нас на сшивание шли, мы их закрыли уже при сшивании бокового края. С ними вообще проблем никаких. Итак, беру нить. У меня уже есть петля, которую я вытянула при сшивании предыдущего фрагмента. Вот она. У меня совершенно спокойно беру ее, затягиваю. И этой же петлей продолжаю сшивать
натянули нитку, выставили вперед иголку, обвили ее и закрываем полотно. Старайтесь не делать никаких отверстий, чтобы нам не приходилось еще и середину шапочки пришивать. У нас соединено два фрагмента, остался третий. Надеваем его и сшиваем. У нас есть здесь нить, которую мы закрывали полотно. Этой ниткой и зашиваем точно так же. Вот то, что остается. Все то же самое, ничего не меняется. Эта петля уже ушла на предыдущее сшивание, значит, берем следующую от дорожки, которая у нас разделяла вязание. Это один из способов. Конечно, вот такое вязание лучше было бы сшивать иглой, но мы с вами еще не проходили этот способ. Когда вы пройдете сшивание иголкой открытых петель и плюс к этому узнаете, как соединять незаметно полотна, так чтобы они не натирали и не было ощутимо, не ощущалось руками шва сшивания, тогда вы такие вещи будете делать более интересно. Интересно в том плане, что шапка будет бесшовная, она будет совершенно единым полотном смотреться, выполненная так, как будто бы она связана единой деталью. Это гораздо интереснее, но мы с вами этого еще не проходили, поэтому я не могу с вас требовать такие вот отчеты. Все, соединяем как умеем. Набиваем руку на пересадках и на соединении деталей тем способом, который нам уже доступен. Соединяю все. Так, ищу петли, чтобы никого не пропустить. Ни одну петлю пропустить нельзя, иначе распустится все, и нам придется все это собирать. Конечно, не страшно. Кулирку поднимать очень просто. Мы с вами уже разбирали, как это делать. Сложного тут нет ничего, но лучше лишний раз петли не упускать. Так, у меня нить какой там стороны, она есть. Вот она, рабочая нитка. Я ее достаю аккуратненько, чтобы она мне ничего не перетянула. Подтягиваю и этой ниткой зашиваю оставшиеся петли. Затянули. Так, выворачиваю, смотрим. Все, вот здесь у меня дырочка все-таки получилась. Сейчас ее зашью. Снимаем бросовую. Ее можно просто распустить, а можно вытащив катушку. Поскольку она у нас не была закрыта, можно просто распустить ее. Если где-то она у нас привязалась, мы ее так достаем. Убираем катушку, которая отлично нам помогла. Зашили, соединили, убрали нитку вспомогательную. Сейчас нам останется только убрать вот эти вот хвостики. Как убирать хвостики? Берем крючок. Во-первых, нитку надо закрепить. Петлю. Делаем петлю
протягиваем. Если нитка не скользкая, она уже никуда не денется. И в краешек парочки петель продели крючок, вытащили нитку, отрезали. Когда у нас шов, тянем нитку, смотрим, она закреплена или нет. Не закреплена. Я ее отрезала, когда закончилось вязание. Я ее делаю петлю, продеваю, ногтями закрепляю, все, она уже никуда не денется. И пару раз, провязав, продев между петлями крючок, я вытаскиваю эту нитку и крючок отрезаю. Если нитка не скользкая, она не денется уже никуда. Все, нитки мы, смотрю, это закреплена нитка. Продели через несколько петелечек. Самое главное, чтобы оно, вот это продевание крючком, не вышло на лицевую сторону. Иначе вы протянете нитки через лицевую часть. Если у нас есть какой-то подгиб, вот как здесь. Подгиб — это вообще подарок, потому что в него убирается все. Ну, само собой, если он не ажурный какой-нибудь. Завязали. Продели крючок в подгиб. Вытянули нитки. Вытащили, лишнее обрезали. То, что осталось чуть-чуть, вот здесь вот нитка уже закреплена. Продели, вытащили, отрезали. У нас практически не осталось ниток. Вот здесь последний уже хвостик. Продели. Притащили нитку, отрезали. Ну, здесь у меня завязан узелок, потому что нитка кончилась в процессе. То же самое, через парочку петель продели в шов, заправили узелок, излишки отрезали. Внутри больше хвостов не осталось. Задача — провязать теперь веревочки. Итак, у нас шов сзади. Спереди вот этот мысик, вот они ушки, ушко. Берем за ту часть, которая у нас более-менее жесткая, вот она. И к ней сейчас будем привязывать веревочки. Веревочки у нас будут простые рулики, состоящие, ну, из 2-3 петель. Опять же, смотрите, насколько широкая вам нужна веревочка. У меня, поскольку кукла маленькая, и очень широкие веревки я делать не буду. Вот 2 петли есть, из 2 петель я и буду, собственно, делать полотно. Ну, вот есть вот здесь вот нитка, но я сделаю поближе к лицу. 2 петли. Надеваете вот эти вот протяжки. Желтая, значит, можно желтые и делать. На ваше усмотрение, какого цвета, пускай будет желтенько, много синего и так. Беру желтую нитку, провязываю и начинаю вязать просто 2 петли. Это и есть наша веревочка. Провязали, потянули. Рулик отлично тянется, превращается просто в веревку без краев. Вот кругленькая веревочка. И смотрите, какой длины вам эта веревочка нужна. Такой и вяжете. Потом отрезали веревку, продели, затянули, все. У нас получилась отличная веревочка, которая нам завяжет нашу шапку. Любит она вязать по 2 петли. Если у вас нитевод, вам не надо держать, перекладывать нитку. Вы рукой просто держите полотно. Не надо никакие грузики, рукой держите, и все. Но я думаю, такой веревки достаточно. Сейчас еще парочку рядов провяжем. Закрываем. Отрезаю веревку.
пересаживаю петлю на соседнюю и продеваю через них веревочку. Все, у меня даже узел затянут. Вот такая длинная, отличная веревка идет прямо от шапки. Вот. За счет того, что у нас здесь были петли, у меня ничего не вытягивается. Симметрично относительно спинки, вот здесь беру вот эти две петли, надеваю их точно так же на иголки. Беру нитку. Первую провязываю руками. Могу на машинке, могу руками, как удобнее. Ну, провязала, и машине думать не надо. Ниточки спрячем точно так же, как мы это делали на всей шапке. Как считать? Если вы не посчитали, сколько рядов провязали, там ничего страшного. Вытянули, соединили две веревочки и посмотрели. Вот здесь вы находитесь, вам еще вот столько. И, ориентируясь на предыдущую веревку, завязку, вяжите точно такую же длину. Поскольку здесь плюс-минус там 2 сантиметра вообще не важно, вы не сильно-то запутаетесь. То есть провязали сколько-то, соединили, посмотрели, где вы находитесь, еще вязать и вязать. И вяжите. То есть вяжем вторую веревочку, убираем вот эти вот хвостики в начале и в конце завязок. И все, можно нашу шапочку примерять на модель, смотреть, что получилось. Так, рекомендации по вязанию. Сшивать уголками вниз, по центру, иначе у вас будут рожки подняты наверх. Это не считается ошибкой, но это немножко по-другому будет смотреться верхушка. В ширину лучше не сильно убирать количество сантиметров, потому что иначе шапочка будет сильно в натяжку. Опять же, ну, зависит от того, насколько вы хотите делать свободное изделие. Может быть, под платочек, под дополнительную шапку. Добавлять количество рядов не нужно, иначе шапка будет у нас на глаза наезжать. Вот эти вот уголки, они сильно будут наезжать на глаза. Поэтому сколько посчитали сантиметров от лба до основания головы, столько и провязывайте. Ну, собственно, все остальное мы с вами разобрали на уроке. Я думаю, что проблем такая несложная шапка у вас не вызовет.